Сегодня президент Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям. Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Александр Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами. За рамками саммита пройдут двусторонние мероприятия по линии Беларусь-Таджикистан. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия. Беларусь и Китай продолжают развивать региональное сотрудничество. Сегодня Могилев примет белорусско-китайский бизнес-форум. Гости из провинции Тяньсу обсудят перспективы взаимодействия, ознакомятся с работой предприятий области. Расширяют сотрудничество с коллегами из КНР и белорусские ученые. Есть интерес в космической сфере, а также в области нано- и биотехнологий. Так, Академия наук Беларуси и провинции Шаньдун создадут совместную лабораторию, которая будет заниматься исследованиями в сфере лазерной физики. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Профильное министерство Беларуси готовит изменения в закон о туризме. Главный акцент – на защите прав туристов. Предлагается ввести четкие определения туроператора и турагента и разграничить их ответственность перед клиентами, в том числе финансовую. Изменения могут затронуть и экскурсоводов. Им могут разрешить работать, уплачивая одну базовую величину в год.